Всем привет! Это чаша призма, тоже изделие тупервары. Она такая не стеклянная, не разобьется, но очень красивая, нежная, приятно взять в руки. Емкость у этой чаши 500 миллилитров. Ее можно использовать и для хранения. И сделали салатик, поставили в холодильник. Легко, удобно, красиво. Особенно если здесь будет какой-то, если такой цветной салатик, любой из фруктов или овощей. Вот, будет очень красиво. И, конечно же, большой плюс, что это салатница с крышкой. Если вы не доели, накрыли крышкой, поставили в холодильник на любую там емкость, или это поставили и на эту емкость что-то другое еще можно поставить, так как он с крышкой. Дольше сохранится этот ваш салат или любое блюдо, которое вы приготовили, потому что он под крышкой, он не будет впитывать различные запахи, которые у вас там в холодильнике имеются, и также сохранит все свои вкусовые качества. Вот такая вот красивая салатница призма. Все, всем пока-пока, пользуйтесь изделиями Tupperware.